Накануне глава государства подписал постановление о мерах по кардинальному совершенствованию порядка предоставления земельных участков в постоянное пользование для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности. Документом предусмотрено принятие целого ряда мер по повышению эффективности использования земель, что послужит дальнейшему развитию частного сектора и созданию современного облика территорий. Мнение экспертов в материале программы. Документ вызвал широкое одобрение у общественности, особенно у той ее части, которая занимается предпринимательством. Тема широко обсуждается и в социальных сетях. Отличный документ. В нем обозначены конкретные механизмы, упрощающие всю процедуру получения земельных участков для ведения предпринимательства. Ознакомился с содержанием постановления. Это хорошая мера. Такая практика имеется во многих развитых странах мира. Теперь это есть и у нас. На мой взгляд, это неформальный подход для улучшения бизнес-среды в Узбекистане. Процедура предоставления земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности проводится с использованием информационных технологий. Человеческое вмешательство сведено к минимуму, а это очень верный шаг к прозрачности процесса и непредвзятого отношения. Браво! Суть – это упрощение, облегчение, ускорение и предоставление более удобных условий для субъектов предпринимательства при получении ими земельных участков. В частности, документом предусматривается полное переведение документа оборота в электронный формат. Полностью все будет происходить в автоматизированной информационной системе. Органы уполномоченные будут обмениваться необходимой информацией, направлять друг другу ту же информацию в электронном виде. Также предприниматели, заинтересованные в получении земельного участка, будут просто посредством посещения сайта в интернете изучать необходимую информацию, там будет полностью изложена информация о земельном участке самом, его расположении. Также будут предусматриваться сроки проведения аукциона. Предоставление земельных участков предусматривается через автоматизированную информационную систему e-Ijro Aukcion, которая уже функционирует при бюро принудительном исполнении. Данный механизм позволит устранить все бюрократические барьеры, также минимализируется человеческий фактор. Я считаю, что этот документ для нас, предпринимателей, откроет совершенно новые возможности и удобства. Устраняются бумажная волокита, бюрократические препоны, которые ранее так мешали развитию предпринимательской деятельности. Например, раньше, чтобы получить землю, предпринимателю необходимо было собирать кучу бумаг и разрешений. И не всегда этот процесс проходил прозрачно. Теперь все гораздо проще. Уверен, что это постановление президента Узбекистана создаст еще более благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса.